Депутаты Якутии приняли участие во всероссийской экологической акции. Сегодня народные избранники под руководством спикера Илтумана Александра Жиркова вместе с трудовыми коллективами Якутска вышли на посадку деревьев. Таким составом они очистили территорию на перекрестке улиц Петровского и Белинского и посадили саженцы берез. По словам Жиркова, самое главное в том, чтобы все посаженные горожанами деревья прижились, в обозримом будущем оставались нетронутыми, хорошо вписались в ландшафт и Якутск превратился бы в цветущий зеленый город. Добавим, что официальные мероприятия по посадке деревьев в рамках всероссийской акции проходят в течение месяца по всей стране. Озеленение – это, в общем-то, акция очень нужная, хорошая, и весь город должен выходить. Но, конечно, вот выживаемость очень низкая. Вот если смотрим даже, в прошлом году вон посадили, и из них, значит, наверное, процентов 20 только взялось, потому что нормального ухода нет. Поэтому городское хозяйство, над этим делом, конечно, более детально надо следить с подключением науки и так далее, агрономов, садоводов.